Короче, смотрите. Вот типа у челов. Вот есть челы, да? Если у вас есть вот такой закуп, вы можете сделать следующее. То есть вы плапаетесь в чел. Главное иметь вот этот талик. На 15-м, на 25-м. То есть ты плапаешься в чел, нажимаешь БКБ, нажимаешь на себя спел, ты можешь в камни бегать, вот так раскидал. На самом деле это пиздец имба, то что ты когда нажимаешь БКБ и аганим, ты можешь ходить в этой хуйне и кастить спылы, потому что если у чела БКБ контроль есть, тебе вообще похуй. То есть тебе главное прыгнуть в челов и все. Еще кто не знал, если ставишь камень, можно на него нажать аганим, у тебя 5 секунд аганима будет, можно пнуть этот камень взрывается, если ты превратил его через аганим, вот этот камень и пнул. Можно так добивать челов из механик. Ты вот себя кинуешь, можно рефи вернуться, и можно даггер, я думаю, добрать еще. На 4-5. Думаю, это скрытый пул, да. Ну вообще, в теории, теперь ты на инвокере можешь хитоваться с чем, типа, и хилиться. Типа, тебе мисап не так просто ебал разобьет, но... Там нужно хотя бы левел 3 тебе на квас второй, иначе тяжело. Привет, моя любимая твич-тяночка. Как дела? Спасибо за донат. Блин, ну что, зачем тебя петь? Нормально дела. Пойдёшь. Будет меня покэмить на инвокере своем. Нормально ему бошку снесло. Бля, вопрос, ну брейсбенд на землю делать это совсем пиздец. Нулик можно сделать какой-то, я думаю. Брейсер не хочется делать. Хочется какие-то статы с ФБ заиметь. Ну ботл, блять, вот. Когда ты получаешь ФБ и вместо ботла покупаешь... Нихуя себе. Вместо ботла покупаешь какую-то хуйню, ты потом можешь очень долго до этого ботла добираться, и у тебя могут быть проблемы из-за этого, но... Тём еще хуенно делает, он после ФБ на какой-то копе любит купить нулик плюс перчатку, потом без ботла стоять и в итоге, ну, без реса хуй жрать. Авантюрно. Ты не шаришь, чувак. Ты не шаришь. Я видел. Это делал, блядь. Да, бля, размотать его хотел, у меня 15 динаев, блядь, что-то умер. Фух, блядь, успел. Ебать, я аж испугался. Да сука! Я мог ему так ебало сейчас разбить. Че у тебя с... А, ну конечно, у него есть инфа про опс. Ну там чел улетел на ФБ, да, это понятно, но откуда у него инфа была, что именно в той стороне опс. Жестко, братан. Блять. Так, будут ли еще герои в миде? Топик лок доебался до Марса, он не тэпнется. МК вряд ли будет тэпаться, это че, без ТП вроде мы убиваем. Чуть-чуть помощи бы. А. Ебать, ты выдаешь на инвокере. Меня. У него ресов нет на инвокере вообще. Я хоть и лысый, но от промокода на АПХ не откажусь. Промокод в комментарии.
это МК керри же, да? Смотри, Сап, я сейчас подойду и ебанем его. Да, я ничего сделаю ему. Подставься, подставься, подставься просто. Что он нахуй делает вообще? Плюс мне нужен. Тут прыгал. Найс. Топи. Топи не помочь. Ебанат на МК летит. Бля, не сбивай меня, ТП, я тебя молю. Гайс. Ну это не серьезно, блять, но они же дохнут, я не могу умереть здесь. Почему я умираюсь? Хоть. Бля, я еще на 10-м не талик взял. Я бегу в мид. Оставляем, иди в них на марс, я здесь уже есть. Арена нет у нас. Я просто умру. Как все уебищно жмется у меня в команде, почему? На кайфово. Потому что у меня уровень. С пуджом кайфово плеить, конечно, питочком вообще. Кайф. Столько опций у героя просто. Хукаешь и стоишь. Я просто буду качаться и все, я смогу это солить. We can fight. Топ. У нас арена есть, я могу гейтницу. Ладно, в принципе, мне похуй, я буду любой килл находить и вот так делать. Сам, ребят, мне бы как-то топ открыть. Мне вообще форма. Зачем мне куда-то стрейфиться, бежать по карте, когда я могу вот так вот лапнуться в чела, разбить ему ебало и дальше фармить, потом не будет когда. Играем на себя, мне нужно БКБ, Шива, Аганим, Рев, все, я их в соло всех убью абсолютно. Не нужна быть моя команда. Я благодаря трипл килл в топе быстрый минас получился. Давай свой за это, я большой. Еще на локере в бок тэпается. У меня левел 12 еще, у локера 10. Это пиздец. Да, если тир 2 не будет вам рейса или какой-нибудь другой полезной темы, я бы взял талон. Если он выпадет на землю талон, то вообще супер охуенный айтем. Ты можешь эншейн на земле качать, и у тебя кемпы очень быстро падают. Ну, он зря это делает, нет? Ну, вот тут дайте нажать лотус сик что-нибудь. Блять, я ульт не обновил. Вот выпер культ. Ну да, не было что. Йоу. Похуй. Блять, ребят, вы хоть один хук видели в этой игре, в котором он попал? Хоть один, я вот не помню, серьезно. Да ну гай, сам нет беги бьют тут сам. На самом деле ты и так файтиться можешь, просто тебе нужно, ну, не первым заходить файт, если тебе позицию дадут тебе. Ну вот в боте файт, я не знаю, не хотел тэпаться на Т2. Я бы пришел там все тух. Ну там падло, да. Парни, на варде уебан стоит. С юла, если начнешь. А, он все будет просто. Даже фраг забрать не могу ни один, у меня 8 ассистов. Что этот ебан делает? Ребят, очнитесь, нажмите хоть одну клавишу ебаную, ну. Не серьезно же, ребят, не серьезно. А вот это он выпал, о котором я говорил. Смотрите, вот, идет, смотрите, на инвокере. Выпнул к вам, ребят, уебище. Убейте его, умоляю. Спасибо. Я охуел сейчас. Без ВКБ можно убить. Но там не откается. Можешь что-то с даггера начни просто, без его можешь копье. Или с его. Да, ульт.
Я боялся, что он сейчас переключит. Думал еще на клока сейчас расшарю ульт. Не вышло немножко. Найс, стаки обновлены. Не трогайте мой аркин рейн. Have 4 stacks, we can try to fight. У меня БКБ есть. PKB, guys. У меня нет. PKB он морой. Стаки закончились. Стаки закончились, да. А, нажми арканы. Да, смог. Не знаю, парни, зачем смог, могли просто, мне кажется, вышку в топе бить, они бы стянулись, мы бы их убили нахуй всех. Они же не могут, у них 0 БКБ на тиму. Ладно, no, no, guys, this is so fucking bad. We don't farming, we're just going. Да, я согласен. Мы сейчас group up, I can hit я tower. Я ТПшнусь, like парни, go fight, go fight. I'm tipping, go, go, go. Выжил, да? Найс, грош, грош, я отхилю. Жаль талон, да, нельзя на Рошана нажать. Так нажал, минус 80%. Было бы неплохо, я считаю. We feel your resources and we can try to go without Mars. Что, мы хотим без Марс? На Марс уже нападение идет. Я нажал ТП, если поживешь. Вот сюда блинк нажимай к нам, давай. Seconds. Мы здесь будем, если не подчесть. Мне немного до пики. У меня пика летит. Ладно, тут делает. Спасибо, Айбеки. Да, так хочется бот застапить у ёбков. Просто охуели. Если тавер начнут бить, я ТП нажму Марс, я скажу. А у тебя 10 секунд. Так, иди, рампу, слышь, форс, или вот, я выпну чел, подойди. А я бегу. Но он инвиз нажал, к сожалению. Я могу, смотри, развернуться. У меня пики на тебе нет. Окей. Меня, у нас меди двух пацанов. Мы... Смокут. У меня слишком команда на очке, я не понимаю. Мы настолько сильные, что ну мы уже без шансов можем выиграть любой файт. Мне кажется. Не могу никак. У меня рез в ноль. Я обновляю ульт, парни. Смотрите. Не бойся с Эгисом, братанчик, не бойся. Им очень хуёво. Они алтайм под ультом моим. О, боже, я реально умер, блядь, нажми его. Блять, сколько мне еще надо сделать импакта, чтобы это выигрывалось? Наконец. Я пугаю, Сефа, блять, убьет. Ух, я даун. Что? Я бэкнул, там поляна, на мне коуд снэп, мана не было. Не мог там никак. Да хватит на очке быть, блять, вы все на очке, суки ебаные. Я, у меня в одного страха нет, не я вообще Регис. Что-то боятся. Аккуратно. Не-не-не. Это псевдоаккуратность. Тут она была излишней. Просто за мной. Полу нажмите, суки. Я же прям в пятерых полапаюсь. А нулик больше не даблится, в принципе, можно продавать, правильно. Ранен. Блять, ну что они форсят? Я в топе хотел качнуть. Я бегу к вам, ребят. Давайте, давайте, погнали. Там хуёво челом. Этого тоже. Детекшн? Даст something. Нету. Да. 7 стаков можно. Ботавер побил, брус. Может рампу немного? Если он пачку скипать пойдет на экст, я его ёбну. И мы пока идите, да. Он пачку скипать хочет, смотрите. Один. Да и что, он мне нихуя не сделает. Ладно, рановато я. Появился. Бля, он еще и скипнул в итоге. Я вел голбэк right now. Макси на убикибе на ульте. Гайс, лук, 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 топ, лук, топ. Манки фарминг. Сам он типе. Я как угодно. Парни, ну палево же ебаное, ну что.
Кто так ТП жмет, когда я сетаплю? Вы чё, блядь, вы же видите? Он же видит это, нахуй. Да, ну он нормально БКБ нажал. Можем дальше, ребят. БК без БКБ, я с БКБ. Ульт у меня есть. Инвокер ебаный бегает. Бегу, бегу. Я далековато. Беги, беги. Ебать им хуёво. Всё, трон нахуй, да. Он ещё кок ебан. Погнали, Макс. А мы догоним. Аспект же хуёвый. Мазолинчик. Правильно, да, я не прочитал. А ты играл с ним? Мне люди, которые говорят про этот аспект, ни разу с ним не играли. Я тоже думал, что это полная хуйня, но оказалось, я что нихуя. Жестко, ребят, дефайте, ща дефайте. Трон, ну хуй. Жоп. Good luck, ребят.